Всероссийский день студента активно отмечается в КЧГУ имени Умара Алиева. Одна из ярких представительниц вуза – студентка 4-го курса кафедры литературы и журналистики Института филологии. Лейла Хасанова не только показывает успехи в учебе, но и ведет свои курсы ораторского мастерства. О яркой студенческой жизни, о том, как научиться говорить красиво и грамотно, узнавал Алихан Левшоков. Студенческая жизнь в КЧГУ имени Умара Алиева позволяет молодому поколению в полной мере реализовать свои знания и креативные идеи. Студенты активно участвуют в различных молодежных мероприятиях, форумах, развиваются студенческие клубы. Представитель управления молодежной политики и социальных проектов университета отмечает, что вуз предоставляет прекрасные условия для самореализации молодых людей. Если выделять там ключевые направления молодежной политики, которые реализуются на базе Карачаево-Чикасского госуниверситета, это развитие творческого потенциала, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, добровольческие направления и студенческие отряды, которые по сей день функционируют на базе Карачаево-Чикасского госуниверситета. Также хочется отметить, что в Совете обучающихся функционирует больше, чем 20 клубов по различным интересам самих же студентов. Студентка 4-го курса кафедры литературы и журналистики Института филологии Лейла Хасанова успешно учится, реализуя свои творческие навыки в различных направлениях. Преподаватель отмечает, что в университете созданы все необходимые условия для раскрытия потенциала обучающихся и формирования личности с высоким уровнем профессиональной компетентности. Заместитель директора Института филологии Фариза Хубиева отмечает, что в образовательном процессе они ориентируются на слова древнегреческих философов. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. А зажечь этот огонь может лишь тот, кто сам горит. Не место украшает человека, а человек – место. И у Лейлы Хасановой тоже был выбор. Она тоже могла поехать в Россию, поступить в другой, может быть, более престижный вуз. Но она выбрала наш университет, Институт филологии, именно отделение журналистики. Я думаю, что она преуспеет в этой профессии, хотя у нее очень много разных увлечений. И еще очень важный момент – это поддержка родителей, поддержка семьи. С раннего детства Лейла Хасанова принимала участие в съемках различных передач, таких как «Ералаш», и даже пробовала себя на телевидении в детских программах. Сегодня она имеет свою студию, где обучает молодежь ораторскому искусству. Сама она прошла обучение «Красочно говорит» в Москве в Национальном центральном институте развития дополнительного образования. Люди так устроено, что если ты не развиваешься, ты не можешь стоять на месте, ты идешь назад. И поэтому, чтобы мои навыки совершенствовались, я и сейчас учусь онлайн, учусь с ребятами вместе. И те навыки, те знания, которые я получаю в любом городе, на любом офлайн обучении, я даю своим студентам, своим ребятам. На самом деле очень сильно перекликается. И профессия журналиста на данный момент очень востребованная. И также журналисты должны уметь хорошо и красиво разговаривать. Они также работают со своей речью, также проходят обучение. Самое главное, не нужно останавливаться и следует идти вперед к своей мечте. Это и является основным девизом в жизни студентки 4-го курса Лейлы Хасановой. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.